Баку прошла презентация книги «Сказочный сад тюркского мира». Эта книга поможет самым маленьким познакомиться с традициями, историей и культурой тюркских народов. Как было отмечено на презентации, сказки играют важную роль в формировании мировоззрения детей. А значит, эта книга будет способствовать в деле укрепления связей между народами тюркского мира. Надо воспитывать в детях любовь к книгам. И сказки играют очень важную роль в этом деле. Сказки, прочитанные в детстве, уроки, которые они нам когда-то преподали, мы проносим через всю свою жизнь. Сборник сказок тюркских народов поможет детям увидеть, насколько близки наши страны, культура и традиции. Это способствует сближению тюркских народов. Проект был организован при поддержке Международной организации тюркской культуры «Тюрксой». В сборник вошли сказки 29 тюркских народов. На данный момент он опубликован на азербайджанском и турецком языках. Но в скором времени организация планирует перевести книгу и на другие языки с целью возрождения древних традиций тюркских народов. Со всех сторон, допустим, звучат, а почему вот на сегодняшний день дети, вообще юношество, вообще люди мало начали читать? Почему наши дети не знают, ну, будем говорить, там, другие родственные народы? И много-много вопросов, когда возникает, и вот все это сгустившись, превращается в одну идею, что нужно что-то в этом направлении делать. В создании сборника сказок тюркских народов активное участие принимала и Детская республиканская библиотека. Именно они выступили инициаторами проекта. Этот сборник стал первой ласточкой, началом масштабного проекта. В дальнейшем мы собираемся выпустить сборник арабских сказок на азербайджанском языке. А азербайджанские народные сказки, в свою очередь, будут переведены на языки разных народов мира. Самое примечательное – это то, что все иллюстрации к сказкам были созданы детьми. В рамках презентации книги открылась и выставка работ молодых живописцев, вошедших в сборник. Как рассказала юная художница Фидан Мзазаде, то, что ее работы были включены в книгу, мотивирует ее на усовершенствование своих навыков. Моя работа нарисована на тему Гачах-Пуруш, и меня вдохновил текст, прочитала этот рассказ, подумала, стоит его рисовать. Я очень рада, что эти рисунки будут еще участвовать в разных странах, и это дает какой-то стимул работать дальше. Министерство культуры и туризма Азербайджана планирует воплотить в жизнь еще много проектов совместно с Международной организацией тюркской культуры «Тюрксой». Все они направлены на сближение народов тюркского мира.